Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас пойдет разговор о вот таком вот пластиковом оружии. Это мы приобрели деткам. Но, как всегда, бывает, приходит такой момент, когда игрушка ломается. И вот что у нас произошло. Перестала работать затворная рама. То есть она должна делать вот так вот. Пистолеты очень хорошего, ну я бы сказал, качества. Очень плавный у них выстрел такой. Много разных пулек подходит. Аж посыпалось. Понятно, да? Сама суть, что я хочу поделиться с вами, может вам пригодиться, потому что этот пистолет тоже был поломан. Я убрал с него некоторые лишние запчасти, и он заработал. Все по-русски. Да, все по-русски. Значит, смотрите, вот тут есть насечка круглая, то есть внутри стволик такой, да? Подходит под вот такие пульки. Может, кому пригодится, можете тоже взять, разобрать и подарить своему ребенку еще там день счастья, чтобы он пострелял по мишеням, по там, в холодильник вот этими липучками. День? Ну, а может быть день, а может быть месяц. Кто как стреляет. Если кто стреляет один выстрел в день, то он и год будет служить. А кто стреляет с утра до вечера, то и день. Ну, мы не знаем. Ломается все. Действительно, очень хорошие пистолеты такие, довольно-таки. Но единственное, вот у них минус оказался. Вот эта вещь. Ну вот, лишняя запчасть, что я убрал с этого пистолета. И сейчас покажу вам, где она находится. Ребят, сейчас я его раскручу. Тут очень много болтиков, чтобы не занимать ваше время. Раскручу, раскрою и покажу. Значит, вот такой вот здесь механизм. Получается, я сколько раз смотрел, искал, разбирал, пока в том пистолете нашел эту причину. Значит, вот здесь вот. Сейчас попробую снять. Вот эта вот пластиночка одна, и с этой стороны точно такая же там есть в глубине. Когда натягивается затвор, вот эта пружина прижимает вот эти пластинки, видно даже, что она отходит. И потом, когда затвор заходит за, он просто не отпускает его. То есть вот эта пластинка не уходит вниз из-за того, что вот эта лопнувшая красненькая штучка, она просто-напросто... Сейчас попробую снять. Вот, она лопнула. Руку уберите. О, она лопнула. И ее прижимают пружиной, прижимают вот к этой штучке, которая должна встать назад. Щелк. А она просто уходит вверх, и ее прижимают, и она не уходит назад. И затвор, соответственно, не становится на боевой взвод. Так что мы сейчас просто это все откроем. Это открывается очень просто. Вот так вот снимается. И эти пластинки, вот это и вот это, вот видите, она отпала. Мы ее просто убираем вот эту и убираем вот эту. Все. Это у нас получается лишняя запчасть для того, чтобы пистолет дальше работал. Еще одна маленькая хитрость. Вот эта вот пружинка, конец, должен стоять вниз. То есть толстой части пружины она должна стоять вниз и упираться там вниз, чтобы здесь было меньше давления на вот эту вот площадь. Все, я вам показал более-менее близко, как это все устроено здесь. Сейчас я это все соберу назад. Так, что у нас там, ничего не мешает? Нет, ничего не мешает. Сейчас все соберу назад и покажу вам, чего мы с вами достигли в данном обзоре. Даже не обзоре, а в данной... В данном ремонте, вот так правильно будет сказано. Танюшенька, покажи крупным планом. Смотрите, теперь, когда мы делаем, оттягиваем, видите, она назад не встает, вот эта штучка. Она все равно держится пружиной. Вот здесь вот краешек мы смажем подсолнечным маслом, а вот эту пружинку нужно чуть-чуть растянуть. Аккуратно мы ее снимаем и берем аккуратно, чуть-чуть растягиваем, чтобы повысить ее как бы давление, чтобы она лучше оттаскивала назад. Вот. Точнее, не оттаскивала, а как? Отодвигала. Отодвигала. Да? Вот. Ставим все назад. И сейчас все будет работать. В общем, механика тут.
Берем спичку, берем подсолнечное масло. И вот здесь вот краешек вот так вот смазываем. Все, теперь у нас затворная рама должна работать. Все. Вот эта смазка нужна для того, чтобы компенсировать трение пружины с вот этой вот пластинкой, которая у нас туда-сюда ходит. Потому что пружину держали вот эти вот пластиночки, которые здесь стояли. Но когда они лопнули, они начали прижимать вот эту планочку. И она уходила вверх, но не уходила вниз. Подсолнечное масло призвано компенсировать давление пружины на нее, потому что пружина заводится, и она давит на вот эту планку. И чтобы она стала на место, нам нужно смазать. Можно смазать вазелином. У меня сейчас нету вазелина. Нужно покупать. Я взял подсолнечное масло. Все, сейчас я соберу, закручу. Если у вас похожая моделька, то буду рад, что помог вам это видео тогда для вас. Все, пока вам, удачи!